Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов, и мы начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Если с трансляцией все в порядке, то поставьте, пожалуйста, плюс. Если же какие-то проблемы, то, пожалуйста, напишите, что нет звука или изображения. Если проблемы действительно есть, мы постараемся их очень быстро устранить. Если же все хорошо, то мы начнем с вами наш обзор, поэтому я жду вашей реакции. Итак, вижу, что все хорошо. Начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим календарик, что у нас выходило, какие были выступления, как они повлияли на рынки. Вчера у нас выступали сразу три представителя ФРС: Уильям Дадли, Чарльз Эванс, Джеймс Буллард. Ну и вот здесь не было заявлено в календарике, было выступление Марка Карни, это глава Банка Англии. Так, давайте посмотрим из того, что было вчера. Значит, первым Уильям Дадли. Он поддерживает повышение процентных ставок, если состояние экономики оправдает ожидания руководителей Федерального резерва. Он не комментировал свое мнение, которое касается перспектив декабрьского заседания. То есть по декабрю он ничего не говорит. Признает, что новые планы правительства по расходам могут изменить перспективы политики ФРС, кредитно-денежные, естественно, имеется в виду. Еще слишком рано говорить о том, что планы Трампа будут значить для нашей экономики. Итак, в целом он за повышение, относительно декабря ничего не сказал. Рост ВВП в следующем году, вероятно, составит 1,8% или даже немного больше. Достаточно оптимистичная оценка. Далее Дадли сказал, что рост заработных плат улучшается на фоне здоровой ситуации в потребительском секторе, но ничего не сказал о скрытой безработице. Инфляция, обслуживание госдолга начнет расти со временем. Так, далее Чарльз Эванс у нас должен был выступать. Смотрим, что у нас по Чарльзу Эвансу. Он ожидает, что вторая половина 2016 года окажется намного лучше, чем первая. Рынок труда – сильнейший сектор экономики. Потребительский сектор довольно силен. Мировые факторы частично сдерживают экономический рост в Соединенных Штатах. Это оценка Чарльза Эванса. Состояние экономики крайне хорошее, очень хорошее, им оценивается. Так, дальше у нас опять Дадли. Ну, это уже было, не будем повторяться. Еще у нас Джеймс Буллард с вами, да, оставался. Так, Эванс опять же, мы его уже смотрели, Дадли. Рано говорить о перспективах торговли. Так, опять Эванс. Когда же у нас начнет Буллард? Ну, Буллард он поздно, да, поэтому давайте сейчас я промотаю. Итак, вот, представитель ФРС Буллард все еще поддерживает только лишь одно повышение ставок, а затем он за то, чтобы сохранять ставки без изменений в течение достаточно продолжительного времени. То есть такое одноразовое повышение и затем большая длительная пауза. Меры, повышающие производительность, могут повлиять на перспективы ставок. Низкие реальные процентные ставки, вероятно, будут сохраняться в течение достаточно длительного времени. Так, что еще у нас сказал? Повышение процентных ставок в декабре – очень разумная идея. То есть вот Буллард у нас как раз за повышение, чтобы в декабре банк повышал ставки. Теперь, что касается Марка Карни, значит, управляющий в понедельник заявил, что общественность в развитых экономических странах перестанет поддерживать свободную торговлю и открытые рынки, если правительства не будут проводить реформы, направленные на ускорение экономического роста и сокращение неравенства. Во время своего выступления в Ливерпуле Карни отметил, что у многих работников в развитых странах глобализация ассоциируется с низкими зарплатами, отсутствием гарантий трудоустройства, транснациональными корпорациями и существенным неравенством. То есть он ратует за то, чтобы это неравенство устранить. Он призвал правительство к проведению реформ, направленных на более честное распределение благ, полученных от торговли между странами и технологического прогресса, так как это сможет убедить граждан в преимуществах интеграции национальных экономик с мировой.
Карни в том числе предложил совершенствовать политику в области образования и не давать транснациональным компаниям возможности избегать уплаты налогов. То есть по поводу кредитно-денежной политики он ничего не говорил, выступал только вот правительство устранять существующие неравенства и тем самым убрать возмущение теми процессами глобализации, которые сейчас проходят в мире. Так, из того, что у нас было с вами сегодня, уровень зарплат немножечко повысился в Японии. Это было в 3 часа, и это очень позитивный фактор. Рост зарплат – это как раз то, чего сейчас ждут в Банке Японии, поскольку это будет стимулировать расходы, соответственно, инфляция. Далее, в 3 часа у нас были розничные продажи Великобритании, 0,6 показатель. По Австралии в 3,30 сальдо счета платежного баланса дефицит, но дефицит сократился. Был почти 16 миллиардов, ждали 13,7, дефицит составил 11,4. Но все рынки, конечно же, ждали важного события сегодня в жизни Австралии. Это решение Банка Австралии по процентной ставке и сопроводительные заявления относительно оценки текущего состояния экономики и дальнейших перспектив развития. Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,5%. Рынки ожидали подобного решения Центрального банка. Ну и кроме того, в выпущенном одновременно с решением по ставкам заявления содержится очень мало ориентиров для трейдеров относительно дальнейшей траектории и перспектив монетарной политики. Председатель Резервного банка Австралии Филипп Лоуи повторил, что ставки будут зависеть от инфляции, которая в настоящее время находится ниже целевого диапазона, который составляет 2-3%. Это австралийские ориентиры. Австралия является чемпионом развитых экономик по продолжительности периода роста своей национальной экономики, который длится уже 25 лет. И некоторые экономисты прогнозируют, что в третьем квартале ВВП страны будет сокращение, причем не только экономисты Австралии, а в очень многих банках. Я сегодня посмотрел, то есть кто только сейчас не говорит о том, что ВВП сократится. Это и JP Morgan, и Morgan Stanley. Там практически все банки высказываются о том, что либо будет нулевой рост ВВП, либо вполне возможно даже будет небольшое снижение. Кто-то говорит на 0,1%, кто-то на 0,2%. Данные по ВВП выйдут в среду. Завтра мы с вами как раз посмотрим, что реально. Так, что еще интересное? В экономике Австралии продолжается переходный период после инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности, сказал Филипп Лоуи. В конце года, вероятно, некоторое замедление темпа роста, но потом он опять ускорится, поскольку рост цен на сырьевые товары поддерживает доходы страны, хотя цены остаются намного ниже, чем были в прошлые годы. Далее в 10.00 были производственные заказы по Германии. Данные оказались очень-очень хорошими. По году рост составил 6,3%, за месяц почти 5%. Это при том, что до этого было снижение. Поэтому это очень позитивный фактор по производственным заказам Германии. Естественно, это позитив в копилку экономики еврозоны, поскольку Германия мощнейший локомотив. Швейцария, индекс потребительских цен. Вот здесь даже пишут, что у нас существует как бы две параллельные экономики Швейцарии, поскольку цены на внутренние товары опять показали дефляцию, а вот за счет цен на импортные товары достаточно серьезный скачок, рост цен произошел. Вот здесь мы с вами наблюдаем. Отрицательные значения, да, но вот не все так однозначно в этом плане. Цены снизились на 0,2%, было обусловлено низкими ценами на туристические пакеты и размещение в отелях. Ну и вот есть статья, в которой как раз говорится, что две разные, как бы параллельные совершенно экономики. Это инфляции по внутренним ценам, по внутреннему потреблению и на внешние товары.
там как раз наблюдается достаточно позитивный рост. В 13.00 данные по валовому внутреннему продукту еврозоны. Был пересмотр в сторону повышения. До этого показатель был 1,6% в годовом исчислении. Пересмотрели до 1,7%. Это достаточно позитивный фактор. Вот, данные квартальные остались изменения на уровне 0,3%. Должно было быть сегодня заседание Совета министров финансов и экономики еврозоны. Кто-то выступал, но далеко не первые лица, поэтому существенных заявлений я сегодня по этому поводу не видел. В 16.30 у нас с вами выходят два торговых баланса. Это по штатам дефицитный торговый баланс на уровне 41,8 миллиарда долларов. Одновременно с этим затраты на единицу рабочей силы по прогнозам останутся без изменения. Производительность труда чуть-чуть возрастает, и это позитивный фактор 3,3%. В это же время, в 16.30, торговый баланс по Канаде тоже дефицитный, но значительно меньше, дефицит всего 2 миллиарда долларов. Посмотрим, каковы будут фактические данные. В 18.00 производственные заказы в Соединенных Штатах, ожидается рост на 2,6%. Если действительно так, это позитивный фактор для экономического роста страны. А 18.00 индекс деловой активности по данным Ivy для Канады. До этого показатель был 59,7. Посмотрим, что будет в этот раз. Это данные за сегодня. Далее у нас что будет на неделе. Так, во-первых, валовой внутренний продукт Австралии завтра. Вот то, что сейчас все прогнозируют, что с ним произойдет. Итак, посмотрим, какие будут данные. Далее. 18.00 оценка темпов роста ВВП Великобритании. И одновременно с этим данные по Канаде, это решение Банка Канады по процентной ставке. У нас нет прогнозных значений, но с огромной долей вероятности здесь нас не ждет никаких сюрпризов, поскольку глава Банка Канады Стивен Полос давал достаточно позитивную оценку текущему состоянию экономики, и не было никаких намеков на то, что регулятор может начать понижать процентные ставки. Ну и, конечно же, будет важным сопроводительное заявление Банка Канады. Вот здесь как раз мы с вами можем увидеть какие-то ориентиры. Итак, будем ждать этого события. Повторю, оно завтра в 18.00. Как всегда, достаточно интересно будет изменение запасов нефти и нефтепродуктов по Министерству энергетики Соединенных Штатов. Далее наступает четверг, и вот здесь очень важный момент. Это то событие, которого ждут рынки. Во-первых, в 15.45 решение ЕЦБ по процентной ставке, но с огромной долей вероятности здесь сюрпризов не будет. Процентная ставка, ставка рефинансирования останется на нулевом уровне, а ставка по депозитам вряд ли ее тоже будут уводить дальше на негативную территорию. Повышение также не ожидается, поэтому, скорее всего, здесь тоже будет без сюрпризов минус 0,4%. А вот пресс-конференция и комментарии ЕЦБ по кредитно-денежной политике – это то самое событие, которого сейчас очень ждут рынки, на котором вот на этой пресс-конференции как раз сейчас все гадают. Объявит банк о продлении сроков стимулирования на 3 месяца. Некоторые даже говорят, что, возможно, на полгода будет это продлено. С одной стороны, все как бы считают, что это уже вопрос решенный, но посмотрите-ка, последние данные, которые выходят по Германии и по еврозоне в целом, говорят о том, что пусть медленно, но тем не менее восстановление у нас уже с вами идет. Тот курс, который проводил регулятор еврозоны, дает уже свои результаты потихонечку. И, может быть, мы с вами будем свидетелями сюрприза. Но не будем гадать на кофейной гуще, посмотрим, что скажет Европейский центральный банк на своей пресс-конференции. Это, конечно же, безусловно, самые значимые события, ожидаемые участниками рынка в четверг. В пятницу безработица по Швейцарии. В 11.30 в Великобритании прогноз по инфляции потребительских цен. В 21.00 отчет компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в Соединенных Штатах. Вот примерно такой у нас с вами новостной фон. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы,
то, пожалуйста, сначала напишите коротенькое слово «есть». Поскольку мы медленно печатаем, я сделаю паузу и подожду. Пока вы свой вопрос напечатаете, я вам дам эту возможность. Если же вопросов нет, то поставьте плюс, и мы пойдем с вами дальше, посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения, что нам говорят котировки на текущий момент. Итак, жду ваших реакций. Вопросов нет. Смотрим технику. Начинаем, как обычно, с нефтяных котировок. Цены вчера делали попыточку преодолеть уровень 55, верхней границы того боковика, который мы с вами отрисовали. Попытка была неудачной. Сегодня была вторая попытка, тоже цены двигались вверх. Вот на часовом таймфрейме видно, да, вчерашняя попыточка, уход вниз, сегодня вторая попытка. Тест прошел успешно, закрытие выше уровня 55 не произошло, только тестирование уровня, уровень удержался. В целом восходящий тренд, но это только в рамках краткосрочной перспективы. Если брать более длительный период, у нас с вами вот тот боковичок, в котором сейчас все находится. Но с другой стороны, если уж быть совершенно точными, соединить два вот этих донышка, то у нас небольшой такой восходящий тренд. Вот и все это в рамки восходящего тренда у нас с вами укладывается. Вот примерно так сейчас идет движение. Никакого ускорения движения мы не наблюдаем. С небольшим смещением вверх. В целом боковое движение, но небольшая направленность вверх, конечно же, есть. То же самое по нефти марки WTI. Тоже у нас вершина повышается. Поэтому в более долгосрочной перспективе это говорит о том, что критерий пока что остается движение вверх в целом, но это не сегодняшний, не завтрашний день. Да, это на более длительную перспективу. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Посмотрите-ка, произошло то самое событие, о котором мы с вами говорили. Да? Неминуемо встретились два неразлучных товарища. Это линия баланса и значение самого индекса, они периодически пересекаются. Они друг без друга просто не могут длительное время существовать. Периодически индекс взбрыкивает, уходит от своей линии баланса, размолвка происходит, но потом, видимо, ностальгия берет вверх, начинает скучать индекс и возвращается к линии баланса, что мы с вами и наблюдаем. Линия баланса вообще пошла вбок, посмотрите, пожалуйста, да, боковое движение. И линия баланса, и сам индекс торгуются чуть выше отметочки 100. Индекс у нас с вами на текущий момент 100.31, баланс 100.25, то есть практически в одной точке. Практически на линии баланса находится значение индекса американского доллара. Теперь смотрим мажорные валютные пары, которые составляют этот самый индекс, смотрим евро-бакс. Трендовая торговая система, тренд нисходящий, тренд восходящий. Трендовые индикаторы впрямую противоречат и находятся в противоборстве. Значит, делаем вывод. Трендовые консервативные торговые системы не торгуются, сидим на заборе. Но по диапазонной цены находятся в нижней трети пока что еще. Сигнал осциллятора в покупку все еще работает. Смотрим внутреннюю структуру, идет отлив, ждем, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме. После того, как сигнал сформируется на закрытой свечке, значит, мы поймем, что да, наступил момент входа по евробаксу, а это значит, что нужно будет открыть часовой таймфрейм и посмотреть, а есть ли здесь еще и консолидация. И вот только если все условия выполнятся, что после того, как будет сигнал, у нас будет консолидация, можно будет поставить отложенный приказ buy stop, определить точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Цель на текущий момент пока что не меняется, хотя она уже практически была вчера достигнута, это 1.08 ровно, поэтому о других целях, наверное, уже можно подумать. Следующая остановка 1.10.60. Но если вы будете принимать решение о том, открывать позицию по
диапазонной торговой системе или нет. Ориентируйтесь пока что все равно на отметочку 1.08 в качестве ближней цели. Эту берите только в качестве бонусной, не более того, и у вас должны выполниться правила управления капиталом следующие. Когда вы рассчитаете свой стоп-лосс, он должен быть как минимум в 3 раза меньше ваших потенциальных прибылей. А прибыль мы будем рассматривать как раз движение до уровня 1.08. И если это правило выполнится, то есть прибыль будет потенциальная, в 3 раза превышать ваши потенциальные убытки, значит, сделку имеет смысл совершать. Если это условие не выполнится, то лучше от сделки отказаться. Итак, это был евробакс. Параметры линии баланса – это очень просто, это 22-периодная скользящая средняя. Вот на этом графике. Если же вы говорили об индексе доллара, то это 5-периодная скользящая средняя. Вот здесь на daily таймфрейме 22-периодная, она показывает среднее значение цены за месяц. То есть месячное значение цены индекса, период 22, у нас 22 торговых дня. Вот мы суммируем, делим на количество дней, получаем среднее значение. Вот оно. Это линия баланса индекса американского доллара. Здесь у нас с вами две скользящие средние, 22-периодная, это значение средней за месяц, и средняя за неделю, это более короткое. Вот и все, здесь все предельно просто. Итак, это был евро-доллар, смотрим британский фунт, что у нас по британцу. Тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор ОСМА, никаких диверочков нет, значит у нас сегодня день покупок. Объем сделки стандартный, поскольку нет никаких отягчающих вину обстоятельств. Активнейшая фаза прилива, ждем, когда цены пойдут вниз, и закончится волна отлива, начнет формироваться новая прерывная волна. Нам нужен сигнал осциллятора в покупку. Как только сигнал на закрытой свечке состоится, это значит, что момент входа наступил, открывается часовой таймфрейм и смотрим, а будет ли здесь консолидация. И если и это условие выполнится, отложенный приказ «buy stop», смотрите, где будете выходить стоп-лоссом своим, посчитаете размер вашего стоп-лосса, сколько это будет в процентах по отношению к вашему депозиту, и ни в коем случае не нарушаете правила управления капиталом. Одно из них. Следующее – это соотношение прибыли и убытков. Так вот, в текущий момент имеет смысл ориентироваться на цель по верхней границе ценового канала – 1.29 ровно. Это цель по британскому фунту на текущий момент. Какие у вас будут вопросы? Что неясно, что непонятно? Жду вашей реакции по британской валюте. Пожалуйста, отреагируйте. А мы пока идем дальше, смотрим австралийский доллар. Здесь доминанта медвежья, здесь бычья. Индикаторы в прямом противоречии, значит, мы забираемся на забор и курим бамбук, и сделок не совершаем. Вся троечка обратных котировок уже пройдено, мы ее посмотрели, теперь смотрим триаду прямых, начинаем с пары доллар, японская иена. Тренд восходящий в импульсе, тренд нисходящий. Здесь быки, здесь медведи. Значит, в целом делаем вывод, лучше не торговать, подождать, когда будет ярко выраженный доминант, либо бычий, либо медвежий. Тогда мы будем либо покупать, либо продавать. А сейчас сидим на заборе, курим бамбук. Это была японская иена, теперь канадец. Тренд восходящий в пассивной фазе, в фазе отката, а здесь вообще нисходящий тренд, а это значит, ни о какой торговле не может быть и речи, это швейцарский франк. То есть швейцарский франк не торгуется с точки зрения трендовой торговой системы, а по диапазону у нас цены в верхней трети, сигнал осциллятора в продажу, смотрим внутреннюю структуру, идет волна отлива. Ждем, когда закончится движение вверх, и ждем, когда будет сформированный сигнал осциллятора в продажу, который будет говорить о формировании приливной волны. Как только сигнал зафиксируется на 4-часовом таймфрейме, открываем часовик и смотрим, а есть ли здесь консолидация. И если и это условие выполнится, значит отложенный приказ sell stop, определяем точку выхода, где выходим стоп-лоссом, и цель у нас с вами паритет, это единичка ровно, 1.0000. Вот это цель по швейцарскому франку. Какие будут вопросы? Если есть вопросы, задавайте. По Канаде следующее. Тренд, нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает ОСМА или ОСМА, как вам больше нравится. Диверочков никаких нет, значит объем сделки совершенно стандартный. Смотрим внутреннюю структуру. Идет отлив, ждем, когда он закончится, и будет сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме.
После этого на часовике обязательное условие – это наличие консолидации. Если все условия выполняются, отложенный приказ sell stop, точка выхода и цель на текущий момент – это нижняя граница ценового канала. Вот это уже старые исторические данные. Все, удаляем, теперь смотрим на границу. Значит, граница у нас ценового канала на текущий момент записываем 1.31.65. В дальнейшем это может пересматриваться в сторону понижения. 1.31.65 – это у нас канадец. Закончили мажорные валютные пары. Смотреть. Теперь смотрим золото. Это последний финансовый инструмент в рамках нашего обзора. Фильтры смотрят вниз. Это значит, мы рассматриваем сделки только на продажу. Смотрим внутреннюю структуру. Индикатор совершенно в разряженном состоянии, практически на уровне 50%, а это значит, что он вообще не движется ни в какую сторону. И даже визуально видно, что у нас золото замерло в преддверии решения американского регулятора по процентным ставкам, который состоится на следующей неделе. И вот уже так долго рынки начинают ждать этого события. Поэтому мы в режиме активного ожидания, в режиме стендбай. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Похоже, что вопросов нет, что, конечно же, не может не радовать. Будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожными. Берегите себя. Удачи всем.